смотреть. Ну, то есть, в общем, конечно, ну, рынок рухнул, и это было неожиданно для кандидатов совершенно. И понятно, что люди оказались в шоке, потому что такого не было с 98-го года. Я думаю, что многие кандидаты только родились в 98-м году и не помнят этот Силиконовой долине. Вот, ну, то есть сейчас, да, есть, конечно, массовые сокращения, но в основном сокращают те компании, чей бизнес связан там с туризмом, с авиа, там, конечно, просто адовые потери денежные, просто сумасшедшие. В общем и целом, ну вот сейчас нам больше всего обращений, как ни странно, кандидатов, я имею в виду, которые ищут работу, это мобильная разработка и .NET. Я тут тебе написала, буду подглядывать, чтобы не забыть. Вот. Меньше всего пострадал Python, JavaScript и Data Science. Вот на них по-прежнему очень высокий спрос. Да, но тут есть такой нюанс, что компании сейчас некоторые пережидают и не сокращают, то есть многие надеются, что в июне ситуация улучшится. Она может, конечно, улучшиться, но я бы все равно рекомендовала кандидатам иметь какой-то на всякий случай запасной вариант, потому что если в июне вдруг ситуация не улучшится, то тогда лучше поискать немножко за работу заранее, чтобы, ну, был какой-то, скажем так, ну, плюс один офер, что ли, на всякий случай, да, вот, потому что нет, сейчас нельзя что-то предсказать с какой-либо вообще точностью. То есть, Я смотри, думаю. я правильно понимаю, что, например, ну, грубо говоря, например, если сейчас тебя, типа, у тебя сейчас на работе, то более, ну, то есть, если бы у тебя было плохо на работе, то уже было бы плохо, правильно? То есть, Да. если сейчас в компании Не бы. факт, вот не факт, Мак. Я про это и говорю, что сейчас может быть такое, что, ну, то есть сейчас, грубо говоря, происходят такие три ситуации. Первая, все плохо, всех сократили. Вторая, все работают, ну, как бы и нормально, но тебя могут сократить. Вот мне прям сегодня написал достаточно известный человек с рынка, прям известный, можно сказать, на весь рынок, и написал, что его сократили внезапно. Просто вот перекрыли доступ и сократили. Вот, ну, то есть случиться может внезапно, поэтому я бы сказала, что, ну, надо в идеале иметь какой-то запасной вариант всегда. Ну, то есть так посматривать, скажем так, на сторону, как бы это ни звучало, вот, но я считаю, что Подожди, если ты ну вот сократишь. на Аине, да, или где там была какая-то типа статистика, что насчет того, что кандидаты сейчас, наоборот, неохотно выходят на рынок, потому что типа ты сейчас поменяешь работу, и тебя первым же и уволят, потому что ты только типа новый специалист. Вот тут я ж поэтому говорю, что трудно сказать. То есть, если у вас есть стабильная работа, где вы там вроде бы нормально, все хорошо происходит, то да, надо за нее держаться. Но с другой стороны, нет вообще никакой гарантии, что в один день вам не перекроют доступ и не уволят. То есть, это, ну, меня это сегодня просто шокировало с утра. Ну, такого Поэтому никогда и не было, просто это не происходило много лет, и мы как бы уже это не расслабились. происходило много лет, и я думаю, что, ну, я думаю, что летом рынок начнет потихоньку останавливаться, потому что невозможно уже там миллионы безработных в Штатах, ну, так как мы зависим от экономики Штатов, то я думаю, что более-менее восстановится в Штатах, но начнет в сентябре, октябрю, ну, соответственно, у нас тоже. Вот, и как бы то, что я точно рекомендую в какой области идти, это Data Science, потому что там данные — это новое золото, и они точно, вот сейчас данные вообще, это просто не то, что золото, это просто. Хорошо, ну это такое, знаешь, то есть, ну, если ты дотнетчик или там, не знаю, мобильный Ну дизайн, да, конечно, да. Ну, вот, дата-сайт. но алгоритмы никогда. Вот, ну, то есть, собственно, если вы там хотите работать в каких-то компаниях, типа Grammarly и так далее, это мой код. Вот, то алгоритмы никогда не помешают. Вот, Что, поэтому тут. что? Хорошо, давай так, типа, такой вопрос. Если, ну, вот сейчас кандидат собирается там менять работу, да, или искать работу, если он там уволили или как-то там еще какая-то ситуация. То есть к чему готовиться, что типа поменялось сейчас, там по сравнению с январем или там типа октябрем? То есть В октябре-январе был шоколад такой же просто. Ну, давай я расскажу, что по сравнению с октябрем и январем поменялось просто все. Смотри, то есть, как бы, давай я расскажу, какие проекты тебе написала, какие проекты надо искать. Да, то есть понятно, что все проекты связаны с высокой нагрузкой. Все онлайн-проекты, они связаны с высокой нагрузкой. То есть онлайн сейчас прям, скажем, вряд ли куда-то прям завалится, да. Вот, поэтому они не вынуждены нанимать кандидатов, поэтому любые онлайн-проекты, типа, ну, понятно, там маловероятно, чтобы большинство наших кандидатов устроиться в Zoom, но тем не менее, вот в проекты типа Zoom, Amazon, например, 100 тысяч сотрудников новых собирается нанять, и Но уверен, в это том не числе. девелоперы, это не девелоперы. Почему? 100 Нет, тысяч. девелоперов тоже он нанимает, у меня друг работает в Amazon. Ну, Ну, не не 100 100 тысяч тысяч. девелоперов, конечно, но тем не менее. Нет, слушай, да поддерживать такой проект, ну, по-любому нужен девелопер, поэтому тут такое.
Вот, поэтому, в общем, я бы смотрела в сторону всех онлайн-проектов и искала бы работу прежде всего там, потому что, я думаю, они после кризиса будут востребованы, потому что сейчас очень... Единственный, в чем огромный плюс этой ситуации, что компании наконец поняли, что удаленка не так страшна. Я думаю, что удаленной работы станет в разы больше после кризиса, потому что, во-первых, это очень крутое сокращение костов на офис и на все остальное. Вот, соответственно, уже как-то за эти месяцы приноровятся управлять удаленными сотрудниками, и я думаю, что это будет огромный плюс для всех, кто раньше просил только удаленку. У меня была в ленте просто вот что-то, какая-то там типа Сан-Франциско, ну какая-то контора американская, и они, значит, решили не продлевать свой лиз, который там 10 миллионов долларов стоит, потому что, ну типа, непонятно, зачем платить столько за офис, когда вроде бы все неплохо и так работают. Ну, тогда, вот в том-то и дело. Я думаю, что компании посчитали. Ну, а учитывая, какие косты в долине, то я думаю, что долина будет вообще вся работать онлайн. Учитывая, что у тебя там домик какой-то с пластика стоит 5 штук, то, в принципе, работать из дома вполне логично. По зарплату. Да. Смотри, мы считали на Джине у себя статистику. Вроде бы не видно пока, чтобы кандидаты снижали зарплату в ожиданиях своих, в профилях, да, ну, то есть, ну, по крайней мере, мы еще не смогли это, как бы, обнаружить. То есть, насколько реально сейчас, вот, ну, типа, поменять работу с прибавкой или хотя бы на тех же условиях, ну, то есть на тех же условиях возможно, то есть, нет. Если, ну, я скажу так, наших клиентов никто не снизил зарплаты тем сотрудникам, которых они ищут, никто не снизил. Вот, в общем и целом, и то, что я вижу, скажем так, ушли с рынка практически бешеные зарплаты, да, то есть сейчас в среднем DevOps нанимают на 6, там, месяца 2 или 3 назад еще нанимали на 8. Ну, некоторых, понятно, там, таких особенных DevOps, да. Да, это у тебя, наверное, какие-то особенные клиенты. У нас на 6, ну, у нас был один найм на 12 тысяч, окей, один был. Но... У нас был один найм на 14 тысяч, это в DevOps, на удаленочку нанял. Вот, но, в принципе, 6К, я что-то не помню, сколько наймов на Джине, то есть, ну, ладно. Да. Ну, я говорю про DevOps, вот я тебе говорю те реальные деньги, на которые готовы нанимать. Просто сейчас кандидатов в принципе стало больше, и поэтому у компании есть выбор. Соответственно, не могу сказать, что они там как-то сильно режут зарплаты, но так как у них есть больше выбор, они гораздо дольше собеседуют и гораздо больше выбирают. То есть получается сейчас в фаворите кандидаты, которые, ну, технически хороши. То есть получается и оффер тебе придется ждать дольше, не так, как типа во вторник выложил профиль, а в пятницу. Да, сейчас компании собеседуют дольше. Вот, потому что у них есть выбор. Вот. И им не нужно так спешить, потому что они знают, что... Да, они знают, что, в принципе, ты не, по сути, по большому счету никто никуда не денется, потому что предложение, ты знаешь, там по Джине стало гораздо меньше, чем... Да, мы даже вакансии бесплатно сделали. Да, мы тоже помогаем кандидатам бесплатно, да, ну, такая ситуация. Мы кандидатам всегда помогали бесплатно, уже работодатели платят, но я имею в виду, стараемся сейчас найти какие-то проекты, хоть где-то работают. Ну, то есть, короче говоря, кто сейчас активно нанимает? Гейминг, гэмблинг, весь онлайн, вот, Pornhub, соответственно, и все прочее. Хорошо, вот ладно. Про зарплату мы проговорили, кто нанимает, да. кому лучше сказать. Что-то еще вроде сказали? Ну, я могу сказать про рынок Европы, то есть мне просто сейчас ребята пишут про релокейт. Типа, я хочу сказать, что на рынок Европы много вышло местных кандидатов, и которые, ну, соответственно, им виза не нужна, да, и, соответственно, компании меньше геморроя. Что? И они, наверное, знают немецкий язык. Ну, или... Да, и они знают немецкий язык, нидерландский язык, да. Ну, вот мы работаем с немцами, с нидерландами, да, и они говорят, что, конечно, им выгоднее брать своих кандидатов. Соответственно, такой запрос на релокейт, который был 2 месяца назад, он сейчас просто вообще прикрылся. Вот, поэтому пока экономика не становится... А в удаленку, короче говоря. Да, только... Вот искать сейчас вообще все удаленные проекты, тогда вы никогда не будете зависеть от работодателя, реально. Вот учиться работать удаленно. Вот, потому что это наше все. Я уже 10 лет удаленочки, и все. Норм. Вот, в общем, что я хотела еще сказать. Да, то есть сейчас, вот как я сказала, компании многие ждут того, что в июне что-то наладится. Но если что-то не наладится, они всех, ну, почти всех людей могут... То есть может быть еще одна волна? Может быть волна в июне. Поэтому я почему и говорю, сказала вначале, что... Ну, как бы в идеале смотреть, какие у вас еще есть потенциальные возможности работы, потому что я ожидаю еще одну в июне. Потому что те люди, которые надеются в июне, что разрулится, а в июне оно вряд ли разрулится, в июне тогда точно порежут косты. Ну и, соответственно, сократят сотрудников. Вот. И я думаю, что ну, как бы бизнес, ну, это точно, бизнес сейчас перераспределяется, вот, и
надо смотреть на то, как движется в Штатах, и то, что движется, ну, то, что получается в Штатах, будет у нас через 2-4 месяца. И то, что я точно рекомендую, это идти в Азию, потому что в Азии экономика уже восстановилась, и она дальше... Подожди, ну, что значит идти в Азию? Идти в Азию, смотреть проекты в Азии. Смотреть это проекты, на какой-то китайский джинни и там что-то искать? Да, искать проекты в Азии. В Китае у них всегда много денег. Такая большая иллюзия была, что Штаты наши все нет. В Азии уже давно гораздо больше денег, чем в Америке. И искать азиатские проекты. Там тут же та же Агода. Что-что? Ремоут. У них есть ремоут? Ремоут, да, есть, конечно, ремоут. Есть у азиатов, есть у нас. С ними, конечно, есть определенные нюансы с ними работать. Вот, но есть... Слушай, а деньги они платят? Потому что вот... Да, они платят. У нас на джине вот много именно фрода на ремоуте было. Да? А у азиатов именно? Да нет, у нас азиатов я не помню. Ну просто вот люди, когда ты знаешь, ты типа в другой стране, ой, это какие-то там девелоперы украинские, не заплачу и ничего типа не произойдет. Нет, слушай, ну есть же нормальные компании, там та же Агода, например, которая нанимает. Ну то есть сейчас будет большой спрос на ремоут, потому что, во-первых, косты, во-вторых, да, ты не можешь ограничиться своей одной страной, поэтому... Я вангую прям большой спрос на ремонт. Поэтому, ну и, собственно, в Азии всегда были деньги, и они в ней всегда будут. Поэтому я рекомендую смотреть в Азию. Короче, ремонт и Азия. Это типа наш... Ремонт и Азия, да. И я хочу сказать, что да. Следующее то, что я так смотрю по ситуации, что следующим по поводу вируса, там всех этих нюансов, жахнет Африка и потом Южная Америка. Вот. И... Сейчас, кстати, они составляют, Южная Америка сейчас большую составляет конкуренцию нашему аутсорсингу уже давно, потому что, ну, язык, нет разницы во времени и так далее, поэтому туда лучше сейчас не идти, а идти в Азию. Вот если уже смотреть так глобально на рынок. Вот. Вы вернулись, когда там лет 5 назад все говорили, что учите китайский, вот наконец мы... Так вот, нет, теперь это не шутка, теперь китайский надо учить, да. Ну, у них уже реально экономика, у меня друг работает в Джинджине, и он говорит, там вообще все супер, работа дофига, вакансии дофига, всего дофига. На долг, есть новая статья там про Китай, наш бывший редактор Коля, да. Да, я знаю, я про него и говорю. Все хорошо, мы дружим, да. Хорошо, предлагаю на этой оптимистичной ноте заканчивать. Оптимистичной ноте. Все в Азии и учим китайский. Дымочка поддерживает. Ремоут.